Всем добрейшего времени суток, с вами Светлана Бесстыжий. На заказ сегодня настолько сборочка. Блин, я вот тупо не понимал, что за поглощение. Я думал, поглощение имеется в виду сжигание. А тут посоветовали вообще другую куб. Почему его я не понимаю, это же бесполезная фигня. Типа это... Ну это реально бесполезная фигня. Поглощение SP1. Когда здесь, вот за... Сжигание или выжигание, как он там... Сжигание. Можем получить больше. Я не понял, для чего. Ну ладно, посоветовали так. Регулировка, азартный рост, блок, шторм, поглощение. Значит, у нас есть блок... Так-так. Осталось только 2 куба. Это регулировка. И шторм. Я, честно, до сих пор не понимаю, как им играть. Скорее всего... Так, это поле СП. Да, 5 судовой журнал. Все правильно. Вот такая сборка, такое поле, все вот так должно быть, насколько я понял. Как с этим играть, я правда не понимаю, реально. Как по мне, сжигание будет лучше, рудник будет даже лучше. Почему именно эта фигня? Ну, наверное, целью имеется накопление большого количества СП за раунд, а потом быстро его слить, а с целью накопить левел. Хотя после 10-го левела у вас все равно будет проблема. Типа я не понимаю сути. Если вот то, что я понял, так не должно играться, то, как по мне, лучше уж рудник взять. Инь-янь. Ну, это спокойно. 7-я волна где-нибудь. Ну да, благодаря этому самому, как говорится, судовому журналу мы можем позволить себе неплохо так отыграть. Ну, из-за того, что у нас будет урончик небольшой, благодаря этим вот атакам. Жору съели журавли. Ой, блок, кстати. Блок, насколько я понял, как нам объяснили, против потока нужен. Также он нужен против... Ну, вот быстрые мбы будут бежать, чтобы их стопать. В принципе, ну, логичный ответ. Сколько он, правда, будет давать, не знаю. После улучшения 1, 2, 4, сколько. Короче, давайте расскажу одну ситуацию прикольную. Пока живой, пока есть возможность. Значит, была такая ситуация, что меня попросили о помощи. Человек как бы неплохой, говорит, ну, помоги. Я говорю, окей, что надо? Вот, там нужно перевести деньги. И я говорю, окей, сколько? Ну, говорит, там сумму такую-то, я там, ну, либо перевожу своих. Говорю, типа, ну, типа, все, я своих больше давать не буду, сори. Вот, она говорит, ну, это да, это девушка, она говорит, а можешь, пожалуйста, это, тебе будут на карточку переводить деньги, а ты мне, короче, это, переведи то, что тебе переведут. Я такой, окей, хорошо, ну, приходит один платеж, приходит второй платеж, третий. Я там уже посчитал, что если мне за это налоги посчитают, я заплачу кругленькую сумму. Я понимаю, что мне это за даром не сдалось. Я говорю, ну, я-то понимаю, что это не мои деньги. Я как-то отбрехаться смогу, скажу, посмотрите, пожалуйста, куда уходят деньги. И вы поймете, что деньги даже не мои. Могу показать переписку. То есть, короче, такая ситуация. Но мне сама ситуация не очень нравится, потому что... Зачем, типа, мне этот геморрой? Я как бы объясняю ситуацию, что, ну, типа, я больше переводить не буду. Вот, а у меня уже на карточке валяются деньги чела, который мне перевел. Для того, что я ей дал. Я говорю, ну, что делать? Типа, ну, давай вот эти деньги останутся мне, потому что я тебе давал такую сумму. Вот, он говорит, да, мы на тебя заяву напишем. Я такой, ну, серьезно? Заяву за то, что я оставлю себе свои деньги? То есть, по факту, это те деньги, которые я изначально ей перевел, чтобы помочь. Вот. Короче, нам пошли угрозы, мне это максимально не понравилось. Ну, я это перевел, говорю, типа, ну, больше у меня ничего не проси. Буквально через некоторое время, ну, потому что, типа, она еще две вещи мне обещала. Первое обещание нарушила, второе обещание нарушила. Не очень красиво. Вот. И получается, что, ну, два нарушенных обещания, я еще что-то должен делать. Мне это очень не понравилось. А что... А, я думаю, что... Почему игра лагает?
Почему игра лагает? А это блок работает, лол. Жесть. Короче, по итогу, она опять говорит, ну, нужна помощь, типа, неужели через его больше никак нельзя, я говорю, ну, я потом в банк еще буду идти узнавать, за это я буду платить налоги там или нет, так что, типа, как бы, ну, короче, максимально неприятная ситуация, человек, который, ну, является человеком ни слова, просит у меня что-то, то есть это как минимум уже, ну, меня напрягает, само собой мне это делать неприятно, хотя человеку помощь нужна. Там, типа, с одного банка на другой, как она объясняет, типа, перекинуть нельзя. Вот, и поэтому она просит у меня. Хотя тоже объясняю, что у меня своих дел полно, а я еще должен, типа, заниматься переводами, быть посредником, это тупо максимально. Вот. Согласилась на последний перевод, говорю, если что, типа, скажи, сколько именно сумма какая будет, типа, и все, потому что мне это уже надоедает. Так, давайте играть по тактике, да? Насколько я понимаю, тактика в том заключается, чтобы мы пропускали мобов подальше. Для того, чтобы, ну, СПшек накапливалось типа больше, я так понимаю. Блин. Ну, я думаю, что это такая тактика. Я не уверен. Но я говорю, у меня такое ощущение, что все-таки, если бы я использовал другие вещи, то было бы повыгоднее. Ну, если говорить точно, то я про этот говорю сейчас. А, про... не вот этот куб, а какой-нибудь... другой... 27-й. Ну, блин, просто смотрите, у меня есть лишние кубы, которые занимают место. И вместо них должен быть шторм. То есть я по сути, теряю в уроне. То есть та сборка, которую я использовал до этого, свою, она была выгоднее. Просто из-за того, что я не терял в уроне. А тут я теряю, потому что у меня, ну, лишние кубы валяются. Да, зашибись. Теперь не уберешь, самое главное. Данный куб. Или уберешь. Или не уберешь. Ну, я говорю, просто это такая кринжатина. Да как по мне, вообще, вот этот куб поглощения, в принципе, не нужен. Джокер сюда вставить, и будет вообще топчик. Потому что само поле выполняет функцию дополнительного СП. Зачем нам еще больше СП, когда у нас так достаточно? Лучше получить больше точек, ну... ой, блин, опять избавляться. Получить больше точек на необходимых кубах. Потому что вот, регулировка тоже место занимает. То есть я не понимаю, зачем. Сам по себе куб шторм уже сильный куб. А тут мы его комбинируем зачем-то с другими кубами. То есть, кто помнит, я использовал сборку через Колизей, например. Она спокойно доживает до 10-й волны. Правда, да, вначале у вас трудности, но вы, если не хотите трудности, возьмите себе этот. Забыл название поля опять. Как обычно. Не регулировка, а... рудник, рудник. Возьмите рудник, и проблем у вас не будет. Да. Противник даже не дожил. Ну ладно. То есть, смотрите, у нас, допустим, 35 точек, да? Сейчас проверим, какой урон мы наносим.
На 40. Ну, смотрите, 35 точек, 45 левел. То есть это меня смущает. Я привык, когда у нас 70 точек, мы дамажим прям по жесткому. А тут выходит, что мы ни черта не можем. Противник, бери, бери, улучшай, что ты встал? 70 тысяч где-то, да? Окей, 6 волна, 70 тысяч урона, запомнили. Сдался, потому что, ну, челика жалко. Сейчас посмотрим на мою сборку, если она сохранилась. По-моему, она лучше будет. Она, конечно, хуже справляется с потоком, я так понимаю, из-за своей особенности. Но все равно должна справляться. Вот, собственно, что я говорил. Это если мы не хотим проблем. Но давайте я возьму просто вот истинный, скажем так, истинную сборочку вот такую. Все. Просто у нас теперь исключительно один куб. Вы можете взять еще выжигание, если, к примеру, хотите контрить каким-нибудь образом. Как называется кубик? Такой же, как вы, короче, шторм. Или этот... Забыл название. Или... Не тайфун, блин. Мой мозг. Все, я не по... я уже не соображаю. Я читаю переписку и думаю, когда ж мне напишут. И какую сумму перевести надо? Чел. Чел. Нет! Нет! Вы это видите? Это жесть. Короче, чел будет и выжигать у меня энергию, и забирать у меня кубы. И при этом непонятно, какую хрень он будет творить, вы поняли? То есть он типа как бы будет использовать вот... использовать он будет типа... как-то сжигание или как называется, забыл. Офигеть, что это такое, как мы проросли? Короче, у челика не будет больших преимуществ. Но при этом он будет пытаться что-то сделать. Что? Я не понимаю сборку эту. Как сломать мне мозг? Я всегда пытаюсь думать над логикой. Сборки, когда я ее, вот, собственно говоря, создаю. Здесь я логики... О, чел, забери отсюда, пожалуйста. Забери. Здесь я логики не вижу. Успел, хорош. Вот если сюда попадет, вообще идеально будет. Вдруг не хочешь ты светить. Ну, смотрите, он не сможет прорасти. Ах! Нет, я вроде вовремя, да? Вроде идеально вовремя, да? Хорош. Просто я понимаю, что если так пойдет, то он... Вроде даже мы засейвим прикольненько получается. То он как бы не имеет больших преимуществ. О, блин. ...170 вроде хватает на один. Пока сохраним. Чтобы, если что, мы использовали необходимый кубик. Хотя, блин, что сохранять, он сейчас прорастет. Короче, прикол в том, что противник испытывает на первых этапах такие же трудности, как у меня. Да ты задолбал. Нет! Нет! Так почему ты на этот не хочешь кидаться? В общем, блин, меня напрягает сборка противника. Она конченная, реально. Я не понимаю ее, потому что... О, класс, да, пророс, конечно. Класс, шикарно. Я понимаю цель выжигания. Я понимаю цель всех остальных кубов, но я не понимаю, для чего ему нужен... Собиратель душ. Для чего ему... Вот тогда вообще шторм нужен здесь у него, когда маг выходит собиратель душ. Я не понимаю. Бред какой-то, а не сборка. Отдавать ему кубы тоже не хочется, потому что я понимаю, что у него мало кубов. Он, скорее всего, попадет, ну, в один из тех кубов, который будет ему приносить пользу. Поэтому я бы вообще в идеале, да, объединяться. В идеале объединяться. Прям в идеале. Короче, я не понимаю, что делать. С одной стороны, логика сборки его мне понятна.
Блин, я фигню створил. Я зачем-то призвал куб. Я не убиваю, да? Класс. Класс просто. Это... Ну, все, я слился, кажись. Или нет. Или сейчас пройдет один, я призываю, и он успевает... Ни хрена. Я не понимаю логики его сборки. Что за бред? Что он за фигню вытворил? Я понимаю логику, если, допустим, будет какой-нибудь шторм, плюс регулировка, плюс этот вор. Но это бред какой-то, а не сборка. Конченая сборка у него. Я психую, потому что я пытаюсь понять, что это такое, как оно играть должно. И у меня, допустим, мозг ломается, когда я пытаюсь понять. Я не понимаю, что за фигню он творит. Я понимаю, что это сложная фигня, которую он делает. Вот и все. Это бред, а не сборка. Идиот какой-то. Давайте проверим. Боже, я не понимаю, секунду. Рейтинг, история сражений. Вы понимаете суть или нет? Я не понимаю. Мне кажется, он просто взял легендарные кубы, потому что они легендарные. Все. Бред. Тут либо лишний собиратель душ, либо вор. Сжигание я могу понять, потому что оно присоединяется к шторму. Ладно, давайте на этом закончим. Я все, я не знаю, я сломал себе мозг, все, я сломал мозг. Спасибо за просмотр, всем пока.